Бывший центр Семипалатинского ядерного полигона, город Курчатов, нуждается в новой ТЭЦ. Четыре котельные, которые сейчас обслуживают 12-тысячное население, не справляются с нагрузкой. Изношенность теплоисточников свыше 40%. Из-за этого в моногороде в эксплуатацию не могут запустить несколько объектов. Сейчас теплоисточники справляются со своей задачей всего на 65%. Решить этот вопрос пытались еще 10 лет назад. Была разработана проектно-сметная документация на строительство новой ТЭЦ стоимостью почти 5,5 миллиардов тенге. Однако тогда в профильном министерстве проект сочли экономически нецелесообразным и не поддержали. На сегодняшний день, вы сами видите, ручная топка котельной. Суточный расход угля составляет порядка 140 тонн. И из-за нехватки мощности котельных у нас при низкой температуре котельная не может обеспечить достаточное тепло в квартирах. Поэтому здесь необходимо построить современную теплоцентраль, чтобы обеспечить город и теплом, и горячей водой. У нас сейчас два варианта рассматриваются. Или за счет привлечения частных инвестиций. То есть здесь турецкие компании заходили, которые предлагали свои проекты, пока на стадии обсуждения. И второй – это все-таки самим дальше делать корректировку ПСД и строить единый теплоисточник.